котом тебе нельзя? Жвачку. Почему? Потому что папа ест. Потому что ты можешь жвачку пожевать, потом пальцами порастягивать, а потом по всему салону поприлеплять. А где она по всему салону? Ну ты же можешь. Ты же такая вредная. Я не вредная. Это уже вторая жвачка за день. Жвачка. Ты хочешь есть, а жуешь жвачку. Твоя любимая, да? Угу. Во фьюжик надо еще такую купить. Ага. Она очень вкусная. Очень? Расскажи нам что-нибудь веселое. Подсовывайся сюда. Веселое могу рассказать, как мама пошла переводить... Стоматологию. Стоматологию? Угу. А мы тут сидим, ждем ее, да? А мы ее долго сидим, ждем. Аж есть хочется. Mm-hmm. Да? А что ты будешь? Я. Да. Борщик. Макарошки. Не буду борщик, макарошки. А что ты хочешь? Хочу. Ну, расскажи, что ты хочешь. С папой пожаренную картошку. С папой пожаренную? Нет, папа. А, чтоб пожарил. А может тебя научить? Будешь сама готовить уже. Я не умею так резать. Как так? Ну ты режешь как, прямо как картошку фри, только она выходит толстенькая и тоненькая. И вкусненькая, да? Угу. С лучком. С лучком? Да. А с жареным? Да. Ну ты хитрая. А мама тоже захочет? Мама не хочет картофан. Почему она не хочет картофан? Я не знаю. Она любит картофан. Просто она не хочет картофан. Угу. Или хочет. В общем, будем сегодня готовить картошку, да? Картофан. Ну ладно. В общем, так и живем. Что сказал ребенок, то и делаем. Слушаемся ее. На коротком поводу, да? Манипулятор ты наш. Я не манипулятор. Ах, что ж ты. Картошку, говорит, хочу. А что это такое? Это тот, который людям другим указывает, что делать. Это ты такое. Я не такое. Ты добрая, пушистая. Да, пушистая. Ты солнышко заработала, да? Да. Значит, теперь тебе нужна картошка, да? Нет, деньги. Деньги? За солнышко. Ой, давай картошка вместо денег. Давай. Ну все, вон уже мама идет. Говори всем пока-пока. Всем пока-пока, а от мамы деньги будут. Довольная, да? Угу. Хитрый жук ты. Я корыстная не... манипуляторша. Я не компьютераторша. Манипуляторша, надо говорить. Нет, я не такая. А какая ты? Добрая и пушистая? Я девочка, припевочка маленькая. А, понятно. Ладно, всем пока-пока. Поехали жарить картошку. Да? Есть картошка. Угу. Не дождалась. Картошку свою любимую, да? Угу. Что ешь? Лаваш. Да не лаваш, а ролл. Курица с лавашом. Лаваш. Все, теперь мы тебе денег не должны за твое солнышко. Ага. Мы тебе лаваш купили, не да? Не торопись.